проехал от дома отдыха, платформы дома отдыха, порядка 2 километров, свернул с дороги, ведущей в сторону Задонецкого направо, и вот невдалеке от дороги подъехал к окраине леса у Задонецкого. Сейчас буду углубляться в лес, искать землянику. Ну а пока здесь, конечно, не очень хорошо в данном месте видно, какие тут полевые цветы. Короче, красота вокруг неимоверная.